Безусловно, у Новороссии есть будущее. Я уверена, что она совершенно самобытная и уникальная, не имеющая отношения к нашим представлениям о том, как бы мы хотели, чтобы там развивались события, или имеющие отношение, как Киев хотел бы, как развивались там отношения, как, ситуация. Я за то, чтобы они делали все на свое усмотрение, жили так, как им нравится, так, как им комфортно, как им лучше, но не создавать при этом проблем для соседей. Соседей надо дружить, соседей надо любить, обожать. Пусть это даже те соседи, которые вчера еще были твоей родной семьей, сегодня они стали твоими соседями, пусть они будут добрыми соседями. Я думаю, Новороссия подружится с Украиной и будет прекрасно расцветать вместе со своей прекрасной страной, с Украиной, параллельно, одновременно и красиво.